Избирательные участки открылись и в Карачанском районе. Один из тех, кто сегодня сделал свой выбор, Андрей Портной из Луганской Народной Республики. Полгода назад со своей мамой он вынужденно переехал в наш регион к родственникам. Сдержать эмоции сложно до сих пор. Украинские силовики, никого не жалея, уничтожали родной город Попасное. Они на работу выезжали, отстреляли район за районом, дом за домом, дом за домом. Убивали просто. 2 месяца они жили в подвале, пока не спасли российские солдаты. Признаются, референдума ждали больше 8 лет. Полностью поддерживаем Россию, мы из России, мы русские, у нас вообще Попасное. Все 100% русские, никогда даже никто на украинском не разговаривал. Ну, как бы сейчас пока находимся здесь, но надеемся, будем мы в составе России, и нас никто не бросит, все отстроим, вернемся обратно домой в Попасное. Голосование будет идти до 27 сентября включительно. Жители территории участниц референдумов, проживающие сейчас в Белгородской области, смогут сделать свой выбор в любом муниципалитете. По всем интересующим вопросам можно обратиться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по номеру 41 46 12.